раскрасьте в два цвета клетки квадрата размером 4 на 4, чтобы для любой клетки ровно одна соседняя с ней по стороне клетка была бы противоположного цвета. Как могла бы выглядеть любая расстановка крестиков, такая как задача? Ну, смотрите, во-первых, поскольку в этой задаче цвета входят симметрично, то можно считать, что угловая клетка – это крестик. Потому что если это не крестик, то мы просто во всех клетках изменим. Поэтому достаточно рассмотреть ситуацию, когда это крестик. Отлично. Дальше. Либо здесь не должен быть крестик. Давайте ноль рисовать. Почему? Потому что у крестика есть ровно одна клетка. С точностью до симметрии относительно вот этой диагонали можно считать, что нолик здесь, а крестик здесь. Отлично. А теперь смотрите, у этого нолика один сосед есть, значит остальные соседи нолики. У этого крестика нолик есть, значит здесь крестик. Так, давайте смотреть дальше. У этого нолика сосед крестик здесь, значит вот это нолики. У этого крестика сосед нолик есть, значит что? Значит это крестик. У этого сосед крестик есть, значит вот это нолик. У этого нолика сосед крестик есть, значит это нолик. Ну, ребята, а дальше все просто. Дальше мы говорим, что вот у этого нолика уже есть три соседа нолики, значит здесь крестик. У этого три соседа нолики, значит здесь крестик. У этого крестика нолик есть, значит на самом деле здесь крестик. У этого крестика нолик есть, значит здесь крестик. Все. По существу решение единственное. То есть с точностью до замены всех крестиков на нолики, всех ноликов на крестики, и с точностью до поворота доски.